Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и в этом обзоре мы с вами полистаем вместе каталог Выгода Плюс, который начинает действовать с 13 декабря и закончится 26 декабря. Этот каталог доступен каждому консультанту компании Oriflame, который в предыдущем каталоге сделал суммарно заказы от 100 баллов. Чем этот каталог интересен? Во-первых, в нем есть продукты, которые уже нельзя заказать, а очень хочется, и в нем огромные скидки до 80%. И вместе сейчас посмотрим, что же здесь особенно интересное. Обратите внимание, что за каждые 10 баллов заказа из этого каталога вам будет добавлен случайный бонус от Oriflame за 3 рубля. Это будет пробник какой-то туалетной воды, помады или крема, то есть что-то такое вот на тестирование. Очень удобно, кстати, эти пробники дарить клиентам. Я их всегда вкладываю в заказ. Итак, каталог открывает чудесный набор за 1999 рублей. Трансформер, то есть здесь будет тени. Очень много вариантов для разного макияжа на разное время года. Есть осенние, летние оттенки, более холодные, спокойные, зимние. Пудры. Пудры, скорее всего, корректирующие средства, румяна, кисти всевозможные. То есть это такой удобный, классный набор, который можно и в дорогу взять, и дома им пользоваться. И, скорее всего, выдвигающееся дно, в нем будут помады. Да, я где-то видела этот набор уже на такой более развернутом виде, и мне он очень понравился, поэтому рекомендую, кто любит делать макияж регулярно, такой набор удобно всегда иметь. Далее нас ждут карандаши для глаз серия The One по 149 рублей, 4 оттенка: черный, коричневый, серый и белый. У меня есть 3 оттенка, я вам их все покажу. Очень удобные карандаши, потрясающе красивые текстуры у них хорошие, легко наносятся, и самое главное, эти карандаши не размазываются, то есть они всегда будут вашими хорошими помощниками. Сейчас я крашу коричневый, видите, какой четкий, хороший хвостик получается, если сделать более тонко. И также этими карандашами очень классно делать любой вариант макияжа, и как смоки айс, и как такой обычный дневной, да, чуть-чуть оттеняя глаза. Я рекомендую эти карандашики всем, они проверенные, очень хорошие и надежные. Следующий продукт — это тушь для ресниц, водостойкая и объемная. Если вы любите объемную тушь, то для вас это будет чудесный продукт. Румяна в шариках, вот так будет выглядеть коробочка. Только единственное, что здесь праздничный выпуск, будут немного другие оттенки. У меня естественное сияние, то есть в этой коробочке много шариков разных оттенков, и когда вы кистью будете набирать эти шарики, цвет смешивается и получается очень красивый оттенок. Обожаю наши румяна в шариках, по крайней мере с тех пор, как я стала консультантом Oriflame, я ими пользуюсь постоянно. Их надолго хватает, то есть одной упаковки вам хватит точно на 3 года. Следующий — консилер. Он помогает осветлить круги под глазками, маскирует морщинки и несовершенство кожи. Что важно, в составе есть светоотражающая технология, которая визуально будет выравнивать тон лица. А текстура легкая, она не содержит масел, поэтому подойдет любому типу кожи. Следующая — помада. Это матовая помада Metallic, икона стиля, серия Giordani Gold. Будет 2 оттенка, один гранатовый кристалл и второй рубиновое мерцание. Я думаю, что эти помады самый классный праздничный вариант. Следующий продукт — это адаптивная тональная основа Everlasting, и мы ее уже многие знаем, любим, оценили, насколько она классная. Я выдавлю одну капельку, мой оттенок 35782. Мне нравится этот тон, потому что он очень естественный. Ой, много как выдавила. Очень естественный. Делает лицо таким свежим, таким сияющим. И при этом тональная основа не пачкает одежду так сильно, как другие тональные основы. То есть она действительно стойкая. При этом она не тяжелая. Она подойдет не только для комбинированной и жирной кожи. Она подойдет для любого типа кожи, потому что
Ну, я не вижу в ней такой вот сухости, что она стягивает лицо, как-то сильно матирует. По крайней мере, мне в ней было комфортно и летом, и зимой я ей пользуюсь. Вот, видите, какой ровный, красивый тон. Немножечко сейчас уляжется тональная основа и будет вообще невидимка. И при этом, посмотрите, как круто, да, преобразилась кожа. Сразу стало такое красивое, красивое. Все ровненько, если здесь вот мы видим пятнышки, да, вот следы от царапок кошачьих, то здесь просто ровный, идеальный тон. И след... кстати, здорово, что здесь много оттенков и легко выбрать на любой вкус. Далее нас ждет потрясающий двухфазное масло для ногтей, вот этот продукт. Кстати, он у меня в любимчиках, его нужно вот так взбить перед нанесением. И я буквально вот беру одну кисточку и наношу на кутикулу, по всем ногтям сразу раскидываю и начинаю так втирать. Благодаря этому средству все время ногти выглядят очень ухоженные, потому что неопрятный вид возникает, когда подсыхает кутикула, да, есть вот такая сухость, неровные края, какие-то заусенцы торчат. Вот с этим маслом у вас всегда будут ухоженные красивые лапочки. Ему нужно дать впитаться и потом помыть руки, чтобы удалить вот эту вот маслянистость, и после этого наносить уже свои любимые средства для ногтей. Укрепляющие, потом лак, закрепитель и так далее. Следующий продукт — это крем-гель для душа. Я вам покажу другой продукт, потому что именно этого у меня нет. Но чтобы вы понимали, что это будет объем 250 миллилитров, такой вот большой флакон. Это крем для душа, он будет питать кожу и особенно классно подойдет всем, у кого кожа сухая, шелушится, то есть неприятные ощущения. Вот такой вот продукт мы рекомендуем. При этом красивый дизайн. Да, такая приятная упаковка. И можно также заказать сразу и мыло. Приятный сюрприз. Мыло в форме подарка с бантиком. Оно будет в обычной упаковке, не в картонной. И следующий продукт — это бальзам для губ «Кокос». Всего 99 рублей. Прекрасный бальзам. Его любят особенно молодые девушки, потому что у него чудесный аромат. И губки с ним такие... и блестящий, и пухленький, и красивый, то есть, но он не дает цвета губам. Следующая страничка — это шампунь-стимулятор роста волос. Он рекомендуется всем, кто хочет отрастить волосы, восстановить, укрепить фолликулу волосяную, чтобы волосы были более крепкие, здоровые и блестящие. Шампунь действительно работает, мы им пользуемся уже много лет, даже когда он проходил изменения по дизайну, по формуле, все время он остается у нас таких любимчиках, мы ему доверяем. Это очень чудесный шампунь серии Hair X. Шампунь концентрированный, у него очень маленький расход, и его нужно хорошо смывать, потому что шампунь ухаживающий. И второй — шампунь для жирных волос. Кстати, чудесная цена, всего 179 рублей. И также нас ждет маска для волос. Это коллекция «Мед и молоко». Обожаю эту маску. Вот у меня красновая маска. Но так как я ее взяла для нашей семьи, я ее прямо сейчас открою, потому что уже все равно скоро нужно пользоваться. Вот такое чудо, целая банка меда, который чудесно питает волосы. Кому подойдет эта маска? Тем, у кого волосы сухие, ломкие, окрашенные. Маска наносится не на кожу головы, а на волосы, на отросшую часть, примерно отступая 5-7 сантиметров от начала роста волос. Бочонок 250 миллилитров, надолго хватает. Маску рекомендуется делать один раз в неделю. И еще мне нравится у нее просто очень вкусный аромат. Он невероятный, его хочется вдыхать и вдыхать. Так, далее нас ждет сыворотка-размягчитель мозолей. Кстати, у меня такая сыворотка есть, и я ее уже испытывала на своих ножках. Действительно работает, при условии, если вы будете делать каждый день. То есть на чистые ноги наносите эту сыворотку, можно именно на проблемную зону, не на все ноги, потому что сыворотка не такая уж и большая, здесь 30 миллилитров, а именно на проблемную зону наносите. Сейчас покажу. Удобное очень нанесение, то что у этой сыворотки такой маленький кончик носа, и она, видите, просто сыворотка прозрачная, очень маленький расход,
и приятный аромат у этой сыворотки. Я ее обожаю просто. Всем рекомендую. И далее крем для загрубевшей кожи ног. Крем в удобном тюбике, у него откидная крышечка, то что удобно открыть, выдавить необходимое количество крема и легко закрыть. Я люблю такие крышечки. Ах, аромат забыла взять. Ну, ребят, вот этот аромат, у меня есть обзор на него, это Love Potion Midnight Wish, новый аромат в коллекции Love Potion. Я его полюбила сразу, с первого, можно сказать, нюха, с первого вдоха, потому что этот аромат напоминает мне присутствие в кофейне, то есть когда кофе, аромат кофе, шоколадное пирожное с засахаренной вишней. Вот мне это очень приятно, особенно в холодное время года, поэтому сейчас у меня этот аромат просто вот в любимчиках. Второй аромат, серия Woman's Collection Mysterial Oat. Вот для меня этот аромат показался тяжелый, то есть я им не смогла пользоваться и подарила его маме, а мама от него просто в восторге. Поэтому если есть возможность, сначала выписывайте себе пробники ароматов, чтобы быть точно уверенным, что этот аромат вам будет в радость. Далее коллекция аксессуаров, платки из коллекции серии Norhen. Это дорогая коллекция невероятной красоты, все шарфы мне они очень нравятся, по крайней мере я бы себе взяла и тот и другой, еле-еле себя удерживаю, потому что нравится и цвет, и принты, которые использованы в этих платках, и качество у них всегда великолепное. Далее у нас тоже платок с минималистичным принтом за 299 рублей, и асимметричная пончо, которая удобно использовать, когда прохладная погода, или вы хотите просто дополнить таким аксессуаром необычным, стильным свой гардероб. Ну, по крайней мере, это очень удобная вещь, и я бы ее рекомендовала иметь каждой девушке в гардеробе, потому что ее можно носить как накидку, можно использовать вместе с поясом, да, комбинировать как с нарядами, с брюками, джинсы, платья, юбки, то есть да, шорты, водолазку вниз. То есть здесь столько вариантов, как вот обыграть и дополнить этой вещью, сделать свой гардероб просто очень необычным. И сумка через плечо мужская, материал полиэстер. Далее двигаемся. Очки, прикольные, кстати, стильные очки. Жалко, что вот нет такой программки, что можно примерить на наше лицо аксессуары, да, Oriflame. Потом идут тапочки такие специальные, складные. Домашние балетки, маленькие, уютные. Мне кажется, такие балетки удобно брать с собой в гости. Потому что когда мы приходим в гости, то бывает, что некомфортно ножкам, хочется тапочки, да что-то тепленькое, может быть, да, немножко согревающее. Но не всегда удобно носить хозяйскую обувь, поэтому держать в сумочке такие балетки очень удобно. Далее аксессуары. Кстати, я обратила внимание, что здесь есть набор серьги, гвоздики, колечко регулируемое и подвеска на цепочке в виде бантиков всего за 299 рублей. Я решила, что я своей племяшке закажу такой наборчик в подарок. Знаете, как, очень по-девичьи, очень красиво и так прям необычно, очень милый. И второй набор с двойными кольцами и жемчугом, тоже невероятно красиво, это уже такой прям праздничный вариант. И я бы, ну, я думаю, что это может любая девушка и женщина одеть и выглядеть элегантно, да, подчеркнуть свои достоинства и изысканность наряда. Далее идут уже наборы более такие экстравагантные. По крайней мере, вот первый набор у меня вызывает, да, такой прям вау, вот это да, как много золота, и какое оно все необычное, хочется разглядывать. Вот второй вариант, мне нравится еще больше, здесь ожерелье со съемными подвесными листьями. Он действительно выглядит классно, оно выглядит классно. Жалко, что здесь нет, можно и серьги заказать, здорово, потому что такие необычные вещи, под них трудно подобрать что-то еще, лучше брать комплектами, тем более, что цена очень даже привлекательная. Здесь у нас набор под серебро, тоже необычный, так в виде, как будто дождь льется, такая вот груда серебряных
капель, очень красиво выглядят колечко и серьги подвесные. Далее у нас более такой вот под жемчуг, яркое, нарядное. Я вам покажу серьги. Серьги, вот такие вот необыкновенные серьги, цветы за 299 рублей, акрил и шарик такой с кристаллами, все переливается. Мне кажется, это выглядит настолько вот необычно, нарядно, привлекает внимание. Когда я их одеваю, на меня все вот, как говорят, пялятся. Но все смотрят, все говорят: вау, какие у тебя необычные серьги. Они действительно необычные, так классно сделаны, при этом они очень легкие. То есть их просто вот не чувствуешь на ушках, потому что они, ну, из легкого акрила. Далее бусы. Бусы, кстати, я такие видела, но мне они не понравились, совсем не понравились. Как-то немножко по-детски сделано, ну, не выглядит такой дорогой, красивой вещью, как обычно в Oriflame. Вот смотришь, да, на украшение и не можешь даже понять, то есть думаешь, что это очень дорого, очень изысканно, а в этом варианте мне показалось немножечко как-то простовато. Ежедневник за 399 рублей для всех, кто любит планирование, да, четкость и ясность дня. И набор для дома потрясающей красоты, продукция. И в этот набор входит большой чайник. Это фарфор, ручная роспись. Покажу вам крышечку вот так поближе. Я влюблена в этот комплект. Жду, когда мы поставим новую кухню. Я его достану, и мы будем пользоваться. Большой чайник, которого хватит на приличную компанию, да, чтобы попить чай. Такой красивой формы, очень удобный, легкий такой, ну, очень приятная посуда. Ой, видите, даже не разбила, все в целости и сохранности. Следующая у нас сахарница с крышечкой. Вот такая вот сахарница. Маленькая приятная крышечка. Все такое белое, красивое, такой рисунок изысканный. И молочник, то есть то, что нужно поставить на столе для того, чтобы гостям было вкусно, комфортно и приятно. Вот такой вот молочник. Молочник идет без крышки. Правда красиво? Вот, вы можете собрать целый комплект, а может быть, вы участвовали в акции, когда шла акция с этой посудой, и что-то вам не хватило, может быть, да, не успели заказать. Сейчас вы все это можете восполнить, дополнить коллекцию. И жидкая матовая помада. Помада всегда в Oriflame очень классная. Так, у меня, по-моему, из другой коллекции помада. Но я вам покажу просто, как будет выполнен флакон. То есть очень удобная форма. То, что мы, во-первых, видим сразу цвет. В этих помадах удобные кисти по форме губ. То есть они легко наносятся. Можно без контура наносить помаду. И все помады в Oriflame отвечают высокому качеству. Хорошо лежат на губах. И редкий случай бывает, когда, ну, кому-то помада не подходит. Если вам покажется, что помада, может быть, как-то суховато легла, наносите под помаду праймер или бальзам, и тогда вам будет очень хорошо и комфортно. На этом наш обзор закончен. Желаю вам приятных покупок. Всего доброго. Пока-пока.